Чувашия продолжается марафон столетия. На этот раз фестиваль прошел в Ельчихском районе. Песня о главном, стихи о войне, театральные постановки и, конечно, танцы. Большой концерт посвятили знаменательным датам. Сейчас в районе проживают 10 участников Великой Отечественной войны. Каждому из них вручили юбилейные медали. Цель марафона – рассказать все самое важное о каждом из районов республики. Наследие, истории великого народа, люди-легенды, Чапаев. С 14 по 21 февраля в Ельчихском районе все желающие могут посетить неделю чувашского кино «Эхо Осама». Жители района познакомятся и с экспозициями Чувашских национального и художественного музеев. Такой марафон пройдет по всем без исключения муниципалитетам республики, а закончится фестиваль в селе Красные Читаи на главном праздновании столетия чувашской автономии.